Ей, все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка и Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что мы скачали новые пилпаки, какой аниматроник, самый крутой. Fredbear Family Dinner пилпак. Здесь они очень классно озвучены, буду стараться на записи поднимать звук, что все слышали. Что оно может? Музыкальная шкатулка да-да-да. Какая-то. Очень круто. Это на пробел, а на F... смеется. Очень детализировано. Так. На R ничего. Умеет бегать. Приседать не может, к сожалению. Да, машет они такие, рукой. Там есть крутые прям такие четкие. Ну, эти, наверное, такие будут простесенькие. Так, может ну-ка, быстро крутиться. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Кто у нас там следующий? Нью Бонни. Во. Я думал, он будет маленький, такой на картинке Чили Пиздрик вроде бы. У него такие уши большие, Серега, да? Да, у него большие уши, большие глаза, большие зубы. Я не могу. Самый здоровый, не знаю. Какие-то звуки издает там на пробел, на ре, мене. О, слышу. Да. О, стандартная музыка. Да-да-да, мне нравится она. А F может делать такой звук. Так. И все. И скример. Мочи. Скримеры очень круто сделаны. Респект разработчикам, молодцы. Так, отлично, я живой, а? В животе у кого-то. Так, это у нас Фокси. Он какие-то звуки издает? Он на пробел. Кстати, у тебя рука... А, они одинаковые, думал, она поменьше размером будет. Короче, ребята, эти аниматроники мы оставим, некоторые пилпаки, самые крутые, которые вы напишете, и будем их использовать в записи в рубрике «Аниматроники пугают охранника». Да, Серега? Да. И на следующей серии мы и запишем с ними уже эту рубрику, давно не было. Он так что-то бегает, как инвалид, Димас. А что он еще может там? Ты поехаться не может? Он... На R ничего, на правую кнопку ничего, у него на пробел музыка играет, на F он поет. Давай, скримачок. Блин, вообще жестко. Ты на записи увидишь, реально круто скримеры сделаны. Я видел. И не затемненные, ничего, ну так прям офигетительно. Следующий идет New Frame. Так. Как из четвертой части выглядит. Да, даже не определить. Звуки? Вот. Смех. Самый стандартный, который у Фредки есть. Можно такой звук на пробел сдавать. А скример? Блин, дернулась я. Нормально испугал, пойдет. Мне понравилось. Так, кто там у нас? Следующий идет Nightbear. Вижу. Так, давайте стоп-словом пропишем, потому что зациклилась музыка. Во, он реально крутой. Я, кстати, его ни разу не видел. Такой пилпак прям чернючий. И лицо такое, какое-то у него немножко смешное, детское. Так, он ТП-хается. Может ТП-хается. А ну на правую кнопку мыши ты можешь невидимый, наверное, вставать. Да! Да. О, вот это мы точно пилпак, наверное, ставим. Многовато весит, конечно, но... На пробел сделал страшные звуки. Да-да-да. Можно возле калитки стань охранников и такие звуки издавать. Так, что еще, что еще? ТП-хается, исчезает, звуки издает. Вот это полноценный аниматроник, и у него должно быть 10 тысяч хп. 9 тысяч. Ну, тоже неплохо. Так, хорошо. Следующий у нас сейчас будет кто? Прингбони. Показывайте. Чили пиздрика этого. О, самый стандартный, да? Угу. Такой какой-то добрый, что ли. Такой чистенький. Машет. На F может такой звук давать. Так, прикольно. Ой, это ты издаешь? Да, на пробел. Нормально, пойдет. Пинг Бонни Винтер спал. Это получается у нас, Серега, последний с этого пилпака. Да. Контрол зажми, он держи. Он стоит просто. Понял. Как будто выключается, не? На пробел музыка. На R. А, на R. Ничего. А, ну встает. Да, мочи. Вау, прикольно. Так, сейчас у нас будет следующий пилпак. Называется он как? Игнайтед. Так, давайте мы его найдем и вам покажу, где он находится. Вот он.
Здесь всего 4 аниматроника и пилпак весит 400 мегабайт. Давайте посмотрим. Это получается на 100 мегабайт каждого аниматроника? Какие-то жесткие цифры нереальные. Вот это есть плюс. Не надо никаких качать отдельных пилпаков и материалов. А чё у него так ноги как-то? Какие ноги дрожат? Не, это знаешь что? Такое ощущение, что ты пережил очень серьезный такой пожар. Да, у меня аж это... Немножко... Ожоги, видели? Так у тебя и рук нету. О, звуки издает. А ну попробуй побегать. О, может мы все-таки следующую серию снимем, какой аниматроник самый быстрый? Ребята, напишите в комментариях, какую следующую рубрику снять? Аниматроники пугают охранника? Или какой аниматроник самый быстрый? Что больше напишут, то и снимем. Так, что он может еще делать? Исчезать не может, да? ТП-хаться не может. Может. Я думал, там уже все. Может ТП-хаться. Я вижу, и невидимка может вставать. Еще смеется, как дурачок. Ну-ка, съем тебя. Блин. Всегда дергаюсь, когда мне мочат такие, мочат аниматроники. Следующий кто у нас там идет? Бонни. Бонька. Воу. Офигеть, у него руки сделаны. Крутой дрищ пилпак. Какой-то. Получается, они тут все какие-то поломатые, да? Горевшие. Да. Через и на болтает. Какие кнопки ничего не может. Смотри, у него усы как какие-то провода торчат. Он невидимый может становиться. И все. А может быстро бегать? Че так руками делаешь? Как будто ты плывешь. Смешно смотрится очень. Телепортироваться не может, я так понимаю, да? Да. Мочи. Воу, прикольно. Такой скримачок лапами в лицо лупашит. Кто у нас там следующий, ребята? Следующий у нас Ignited Nightmare. Фредди. Угон здоровый, побольше, чем тот будет. Ну, у него все-таки одна нога более целая. Тебе вообще сгоревшая. Ну, ноги также дрожат. Получается, анимация та же, да? Да. Телепортироваться, заметить сразу хочу, не может. Заметили сразу. Прыгать не может, может становиться невидимкой и смеяться, как дурачок. Красавчик. Скримачок. Блин, круто. Кул. Так, кто у нас там следующий? Игнайт? Найт Фредди. Найтмер Фредди. О, он садится может. О, кстати, этот уже такой, как бы, можно в уголочку сесть и шкериться. Да. Так, он может быстро садиться, он может быстро вставать. Что на он еще? Кстати, ты когда садишься, у тебя меняется размер фигурки. Ты когда садишься, меньше, когда встаешь, больше. Вот садись. Сядь. Смотри, маленький. Когда встаешь, встань. Хоп, большой. Ха-ха, прям видно анимацию эту. Так, звуки. Не слышу. А, да. Какой-то был там конченый звук, я слышал. Телепортироваться. Ух ты. Не может, да, он ТП-хаться? Нет. Наверное, ничего не может, Сережка. Ясно. Так, с этого пилпака все? Да. Да. Так, мы скачали еще пилпак, весит 300 мегабайт. FNAF Sister Location. 100 мегабайт аниматроник. Что там можно сделать? Так, Серега, показывай, кто там у нас. Да, у нас чисто. Есть Балора. А ну-ка, звуки поиздавай. Она может присадиться. Она не может звуки издавать. А, может. Оригинальная музыка, только как будто немножко переделанная. Не, или как такая же, видно. В точь-точь. Так. О, мы можем режим использовать этот, с Балорой. Не буду сейчас спойлерить, но я уже придумал его на ходу. Сейчас запишу свой блокнот идей. Круто. Ой, что я сделал? Что-то нажимаю все подряд. А ну убей меня еще разок. Воу, скримачок еще раз посмотрим. На всякий случай. Ладно, крутая Балорка. Давайте запишем стоп-саунд. Так, это у нас кто идет? Бэйби. Циркус Бэйби. Она какие-то звуки может издавать? Во. Она на пробел может говорить. Так. На F. Музыка. Да, я эту музыку знаю, она крутая. На R она может садиться. А на правую кнопку ничего, бегает как конченая, раскрывает. Да не, быстро, быстро. Так и смотри, должно быть. Смотри, смотри, да, как да. Морду раскрывает. Я вижу, я вижу. А, ну, в принципе, все, больше ничего. Мочи. На контрол не...
Она даже вроде на контур была садиться, не? Нет, это другая, из другой части. Так, и у нас остался... Фантайм Фредди. Но он, кстати, меньше, чем тот. Давай возьму старой части, мы просто сравним, которую у нас я есть. Я возьму. Да, вот смотрите, маленький. Ребята, какая разница. Маленький и большой. Вот братишка. Это старого я взял, а это вот новый. О, можем я рубрику сделать. Угадай аниматроника с какой части. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!